Мне, как и всей творческой группе, работающей над программой «Специя», очень нравится радовать вас кулинарными идеями, делающими вашу повседневную кухню ярче, богаче и лучше. Иногда это получается, о чем свидетельствуют ваши, уважаемые телезрители, отзывы. Спасибо за них. И есть уверенность, что сегодня будет хорошая программа, направленная не просто на косметические улучшения, а на качественный скачок. Вот не было у вас на кухне имбиря? Будет. Имбирь, как приправа и лекарство, известен тысячи лет. Его родина Индия. Выращивает его во всех странах с климатом, похожим на индийский. Имбирь является неотъемлемым элементом индийской, тайской, китайской и японской кухонь. Нам известен благодаря японским ресторанам. Имбирь для суши. Гарри. Именно он является причиной появления имбиря не только на полках супермаркетов, но и у бабушек, перепродающих его на рынке. Он же, Гарри, проклятие периодически кулинарствующих домохозяек и домохозяев, поскольку у них неизменно получается не Гарри, а Ури. Главная беда – в домашних условиях никак не получается сделать имбирь для суши, как в ресторане. Процесс похож на издевательство, поскольку корень категорически отказывается становиться мягким, краснеть без красителей, а красители здорово меняют его вкус. Попытка же использовать имбирь для обычной готовки также нередко приводит к трагедиям, поскольку остро и горько. Причем один раз его вообще не слышно, а другой раз не то что нос, глаза выжигает. Дорогие друзья, вы здесь совершенно ни при чем. Вы не виноваты. У вас просто не хватает информации. Оказывается, имбирь разный. Оказывается, он ведет себя по-разному. Оказывается, в славянской, и в украинской, и в русской культуре он всегда был, но использовался не для супов, а для питья и сладкого. Сейчас я по порядку все расскажу и покажу. З чого складається імбир? Як вибрати якісний? Як, скільки та коли потрібно додавати імбир у гарячі страви? Як приготувати справжній японський маринований імбир до суші? Солодкий імбир. Напої з імбиру. Ці та багато інших рецептів і секретів далі у нашій програмі. Имбирь – многолетнее растение семейства имбирных. В этом определении есть два очень важных слова. Первое – многолетнее, а второе – имбирные. Начнем с многолетнего. В пищу употребляется корень. Корень растет несколько лет. По мере роста корень дает отростки. Поэтому в переводе со старосанскритского имбирь означает «рогатый». Но внешние изменения не так важны, как внутренние. Со временем имбирь накапливает вещества, придающие остроту, запах и горечь. Причем острые и горькие компоненты постепенно вытесняют ароматные. Так же, как хрен со временем становится крепче, имбирь со временем становится более острым. В нем увеличивается количество углеводов и уменьшается удельный вес белков и жиров. Понимаете, к чему я веду, да? Имбирь молодой и имбирь старый – два разных корня. Они даже пахнут по-разному и применяются по-разному. Молодой имбирь пахнет только что растертой в руках свежей мелиссой и то ли лимоном, то ли лаймом. Очень нежный и приятный запах. Вот из него делают гарри. Старый имбирь резкий и острый. Его сушат и его добавляют в горячие блюда. Это первое, но далеко не последнее из малоизвестного. Сейчас рубрика «Правильный выбор». Как отличить один имбирь от другого и как их хранить. А потом мы продолжим о втором важном слове из определения имбиря. Поверхня гладка, рівна, злегка золотиста, корінь немлявий, без видимих пошкоджень. Ця універсальна рекомендація не дозволить вам відрізнити старий імбир від молодого. Ви зможете лише зрозуміти, якісний корінь чи ні, добре його зберігали чи погано. Різниця між молодим і немолодим в іншому. Чим старший корінь, тим жовтіший він на зрізі. Чим молодший, тим біліший. Зовсім молодий корінь – тих, що в Японії використовують для гарі, має тонесеньку шкірку.
інколи навіть із зеленим листям по периметру. Майже відразу після очищення він стає злегка рожевим. Фотографію я вам продемонструвала не від хорошого життя, а тому що в Києві такий імбир знайти не вдалося. Проте у нас зустрічається імбир підліток і імбир старий. Чим більше біля куреня відростків, тим імбир старший. Не дуже старий імбир, який все ж таки підійде для маринування, має однорідне сіро-жовте забарвлення. І я вимушена вас засмутити. До нас імбир потрапляє в такому стані, що більше 5 днів в холодильнику не витримує. Проте в морозильній камері, якщо щільно упакувати в харчову плівку, без втрати якості може зберігатися і місяць, і два. Отже, молодий корінь – мало гілок, білий на зрізі. Старий – жовтий з багаточисленими відростками рогами. Зберігати в холодильнику до 5 діб. У морозильній камері близько 2 місяців. Це правильний вибір, а правильний вибір – запорука успіху на кухні. Спасибо. И мы продолжаем. Имбирь принадлежит к имбирным. И по химическому составу здорово отличается от похожих, как мы себе представляем, чеснока или хрена. Горечь, уничтожающая любое наше блюдо. Долго варить имбирь все равно, что добавить в суп редиску. Мы себе представляем, что он, как чеснок, должен терять остроту и горечь, а он, наоборот, отдает их воде. Причем беду эту никак не исправишь. Имбирь может настаиваться, но вариться он должен не более 15 минут. После этого вы никак не сможете объяснить, что он делает в вашем блюде. А еще вы не сможете объяснить, что он делает в мясе или в курином супе, если вы просто взяли и добавили в ваш обычный рецепт имбирь. Поверьте, если индусу дать наш куриный суп и сказать, а ну-ка добавь сюда имбирь, получится такое же странное, как у нас. Потому что есть традиция. Так вот, о традиции. Обычный куриный супчик. Есть немного риса, курица, присутствует лавровый лист, душистый перец, в общем, все как обычно. Добавим чесночок и петрушечку, получим пикантный супчик. А вот если добавим имбирь, знаете, на что это будет похоже? Вы наблюдаете добавление в суп компонентов, имитирующих наиболее яркие нотки имбиря. Мята сырая, лайм, лимон, редиска. Вот то же самое. Для того, чтобы блюдо было вкусным, нужно вместе с имбирем добавлять характерные восточные компоненты. Например, кинзу и карри. Вот это уже совсем другое дело. Хорошо будет с добавлением острого красного перца, гвоздики, бадьяна, соевого соуса. Да, это не наш суп, но если уже в нем есть имбирь, то должны быть другие ингредиенты, характерные для их кухни. Вот тогда будет вкусно. Нельзя просто вводить имбирь в нашу традиционную кухню, не сопровождая его при этом их традиционными ингредиентами и технологиями. А вот дальше мы будем готовить то, что всегда хорошо и всегда вкусно. Тепер коротко повторимо те, про що ми дізналися. У їжу вживається корінь імбиру. Корінь росте декілька років. Молодий імбир пахне щойно розтертою свіжою мелісою. І чи то лимоном, чи то лаймом. Старий імбир різкий та гострий. Його сушать, додають у гарячі страви. Імбир вариться 15 хвилин. Для того, щоб страва була смачною, треба разом з імбиром додавати характерні східні компоненти, наприклад, кінзу та карі. Імбір для суші. Саме важливе, він не обязан бути розовим. Молодий імбір, той, що розовіє сам, дорогой і з трудом попадає в Європу і Америку. Перше, що ви повинні зробити – взять баночку фабричного имбиря. Взять баночку фабричного имбиря, прочитать состав и расслабиться. Краситель Е-129. Без красителя Е-129 у вас никогда, ни за что не получится имбирь вот такого цвета. Краситель пищевой. Точка. Подавляющее количество имбиря и в ресторанах, и в магазинах подкрашены. В лучшем случае свекольным соком.
Если вы не поленитесь и поищете американские или даже японские телепрограммы, то увидите, что там встречается и желтый имбирь, и светло-светло-розовый, и очень редко вот такого цвета. Так что расслабьтесь, главное – вкус. Берем корень, самый молодой из тех, что найдем. Чем желтее, тем меньше шансов на розовый цвет. Очищаем от кожуры. Хороший корень чистится, как молодая картошка. И удобнее всего очистить его столовой ложкой. Вот. Теперь его нужно нарезать. Я снова вынужден вам сказать, расслабьтесь. Посмотрите, чем японцы шинкуют имбирь. Это широкая, очень острая овощечистка. Специально приспособленная для таких задач. Такие же овощечистки есть в ресторанах. Что-то похожее есть и у нас. В принципе, получается. Но очень высокий процент брака. Поэтому и нож, и шинковка подойдут. Все равно главный секрет в другом. Имбирь – корень. В нем много углеводов. Он квасится и киснет. Так же, как квасится и киснет морковка, корень петрушки и сельдерея. Сейчас в интернете, в журналах и газетах описаны чудовищные способы выдавливания из имбиря вкуса, похожего на фабричный. Там и вино, и саке, и чего там только нет. Уважаемые авторы рецептов, саке иногда в Японии для молодого имбиря. У нас нужно готовить по-другому. Есть два варианта. Самый простой и подходящий к любому корню выглядит так. Нашинковали, посолили, оставили на час. Час прошел, насухо промокнули полотенцем. Таким образом, мы немного подсушиваем имбирь и избавляем его от излишней горечи. Принцип, знакомый вам по баклажанам. Теперь рисовый уксус. Две части. Одна часть сахара и немного соли. Кипятим пару минут. Охлаждаем. Теплым маринадом заливаем имбирь. Японец положил бы сюда листочек лаврового листа. Закрываем крышкой и ждем пару дней. Внимание! Через 5-7 дней такой имбирь без консервантов прокиснет. И есть его будет невозможно. Через пару дней оба имбиря промаринуются, станут мягкими, а имбирь, подкрашенный свекольным соком, станет очень похож на фабричный. И не слушайте тех, кто говорит, гарри обязательно должен быть розовым. В Нью-Йорке, в уличных японских бистро, где качество еды такое, что нам и не снилось, имбирь преимущественно желтый. От острого и освежающего к острому сладкому приготовим более традиционный для нас засахаренный имбирь. Из повседневной кухни обычного нашего соотечественника имбирь изгнала советская эпоха. До революции он так же, как и сейчас, был экзотическим корнем, который, тем не менее, употреблялся повсеместно. Хранить его было довольно сложно, поэтому в обиход вошли сладости. Сначала с медом, а позже с сахаром. Сироп совершенно не отличается от других сиропов для засахаренных фруктов, овощей и ягод. Мы варим имбирь для того, чтобы он размягчился. Все просто, особенно в наше время, когда сахара полно. Одна часть воды, одна часть сахара. Растворяем и в этом сиропе варим имбирь минут 15. Аккуратненько извлекаем имбирь из сиропа, обваливаем в сахаре и сушим. Если лето, то, пожалуйста, на солнце. Если зима, 2-3 часа в духовке при 50-60 градусах. И получаем вот такой результат. Острое, сладкое, ароматное. Прекрасно с чаем или любым другим горячим питьем. Кстати, оставшийся сироп не стоит выбрасывать. Он может стать основой имбирного эля, но всему свое время. А пока имбирь повышает настроение. Вы чувствуете свежесть и прилив сил. Именно эти свойства веками использовались для приготовления русского национального горячего напитка – сбитня.
Летом квас, а зимой сбитень. Подавался в харчевнях, продавался на рынках. Его разносили специально обученные люди с прототипами термосов за плечами. И сколько было городов, сколько в них было рынков, столько было рецептов сбитня. Его готовили с вином и без вина. Безалкогольный сбитень до начала 19 века заменял чай и кофе. Я даже не буду пытаться конкурировать с сотнями доступных рецептов сбитня, но есть технология, отличающая сбитень от компота, чая и прочего. Вот об этой технологии, на основе которой вы качественно выполните любой рецепт, и хотелось бы поговорить. Главное отличие от чая с медом в том, что во время приготовления сбитня мы уничтожаем все, что ценим в меде. Мед варится в воде, варится долго, до 30 минут. За это время, кроме глюкозы, фруктозы и налета запаха, от меда ничего не остается. Фактически нам нужен жиденький медовый сироп, в котором мы варим все остальное. Засахаренный мед у вас есть? Вот тут ему самое место. Пропорции в медовом сбитне достаточно условны. Но все же 3-4 столовых ложки меда на литр – пропорция, которую можно рекомендовать. Задача меда – сделать напиток сладким. Если сладости не хватает, ну что делать? Добавляйте сахар. 10-15 минут на медленном огне мы варим мед или сахар, помешивая и снимая пену. После этого добавляем остроту, кислоту и пряные ароматы. В смысле остроты адекватную замену имбирю найти сложно. Он обладает действительно уникальным букетом, сочетающимся со всеми специями, сладостями и кислостями. Плюс не забываем о тонизирующем эффекте. Для кислоты мы, конечно, добавим лимонный сок. Не помешает и цедра. Она дает цитрусовую горчинку. Обычные традиционные специи. Гвоздика, корица, кардамон и, не удивляйтесь, лавровый лист. Имбирь заменяет перец черный, перец красный. Кардамон и корицу заменяет либо полностью, либо частично. Делает напиток проще, а значит лучше. Теперь под крышку, на медленный огонь и кипеть минут 15. Что важно? Важно пробовать. Вкус готового напитка должен вам нравиться. Так что не стесняйтесь добавлять сахар, лимон, имбирь. Точно так же, как вам в голову не придет выдерживать до миллиграмма рецепт чая, вы не найдете точный рецепт вкусного сбитня. Вы делаете его для себя, так что пробуйте. А когда уже все хорошо, дайте ему полчасика настояться. И лучше пускай настаивается в термосе. Процеживается и подается в большой теплой кружке или вот в таком красивом бокале. Остаток отлично сохраняется в термосе. Бодрит. Согревает даже лютой зимой, как любое другое питье с имбирем. И, наконец-то, самое простое и самое вкусное на сегодня. Имбирный эль и имбирное пиво. Самое интересное, что да. Давным-давно были алкогольные варианты имбирного пива. Но как слабо алкогольный напиток, оно проиграло конкуренцию. И это я для школьников говорю. Когда Гарри Поттер с друзьями пьют имбирный эль, это не значит, что они на перемене подтягивают пивко. Сказать «пойдем выпьем имбирного эля» все равно, что сказать «пойдем выпьем лимонаду». Для взрослых могу сказать – восторг. Вот по-другому нельзя описать ощущения от этих напитков. Я по долгу службы пил их несколько дней подряд, поскольку нужно было пробовать разные варианты, и забыл, что такое кофе и чай. Вспоминать не хочу. К делу. Изготовить имбирное пиво или эль может даже ребенок, так что смотрите, запоминайте и, пожалуйста, наслаждайтесь сказочным напитком. Начнем с эля. По определению, эль густой. Вариантов столько же, сколько вариантов компота, я предлагаю беспроигрышно. Берем имбирь. Для эля кожуру не снимаем. Столько же по объему сахара, столько же по объему лимонного сока или сока лайма. Теперь эта заготовка для имбирного эля, вы заметили, очень похожа на имбирный сироп, должна повариться на очень быстром огне минут 10.
Имбирь сварился, сироп желательно процедить. И без крышки на медленном огне увариваем вдвое. Вот он уварился, загустел, эль готов. Однако в таком виде его не пьют. Алкоголем тут и не пахнет. Но для того, чтобы напиток хоть немного соответствовал названию, делают так. Охлажденный эль, полстакана. Питьевая, безвкусная, не минеральная, не соленая вода. Полстакана. Напиток готов. Дальше интереснее и еще проще. Имбирное пиво. Другой способ приготовления тоника из имбиря. Імбир – корінь, у якого в складі багато вуглеводів. Імбир квасять так само, як квасять моркву, корінь селери та петрушки. Рецепт гарі, японського маринованого імбиру, виглядає так. Нашаткували, посолили, відставили на годину. Година минула, насухо промокніть рушником. Тепер рисовий оцет – дві частини та по одній частині цукру і солі. Кип'ятимо пару хвилин, охолоджуємо. Теплим маринадом заливаємо імбир. Японець додав би ще один лавровий листочок. Закриваємо кришкою, залишаємо на пару діб. Молодий імбир стане рожевим. Старий залишиться жовтим. Головне, щоб він промаринувався та розм'як. Інгредієнти все ті ж. Імбір, лімон або лайм по-багатому, сахар. Еще нам потребуется бутылка с пробкой или банка с закручивающейся крышкой. Обычные дрожжи. Имбирь. Такое же количество сахара, такое же количество лимонного сока. Измельчаем все вместе с водой. Сюда же не больше грамма на литр пищевых дрожжей. Буквально щепотку. Иногда перед добавлением дрожжей смесь варят. Но можно и не варить. Дрожжи нам нужны не для алкоголя. Градус у пива будет такой же, как у кефира или дрожжевого теста. Они нужны для того, чтобы дать нам пузырьки углекислого газа. Плотно закрываем крышкой посуду и два варианта действий. Либо при комнатной температуре на сутки, либо в холодильник на двое суток. В любом случае на середине готовности вынимаем и процеживаем. У меня есть заготовка суточной давности, выдержанная при комнатной температуре. Внимание, слушаем звук. Вот. Вот почему желательно брать банку с закрывающейся крышкой. Это намного безопаснее. Кроме того, продукта у вас останется намного больше. Сейчас вы видите неправильное приготовление имбирного пива. Здесь слишком много дрожжей, и температура, при которой мы выдерживали эль, была слишком высокой. Так, ну у нас немного осталось. Безалкогольное имбирное пиво. Пахнет лимоном и мятой. Хочется улыбнуться. Это long drink. Маленькими глоточками получаем удовольствие. Для детей добавляем больше сахара, разбавляем газированной водой, смешиваем с апельсиновым или грейпфрутовым соком. Для взрослых. По вкусу это намного лучше фабричного тоника. Мята и ром. Ничем не хуже мохито. Джин. Ничем не хуже джина с тоником. В чистом виде, подслащенный сахаром, разбавленный минеральной водой или соком,
со взрослыми добавками. Неважно, попробуйте. Это очень вкусно.